Всем привет, на канале ТКФКТВ. И сегодня снимаю вторую часть видео «My Little Pony» на школьной экскурсии. Давайте начинать. Интересно, нам еще долго ехать. Как ты думаешь, Флаур, сейчас? Я думаю, еще где-то примерно несколько часов. Ура, как здорово! Так, едем, едем. Соседнее село. На экскурсию, точнее. Ой, как мы быстро едем. Машина едет. А? Что это было? Что это было? Ты чего там? Ты чего случилось? Флавр, сейчас... Ты меня копытом не трогала? Нет, а что? Да ладно, забей. Учительница, что с вами? Так, все, оставайтесь в покое, в покое, в спокое, в покое. У нас на машине чудовище! Чудовище на машине! Учительница. Что? Что? Это мой питомец. А, держи своего питомца подальше. И вообще, что он делает? На экскурсии только детей можно брать, а не животных. Я не знаю. Безумик. Ну ладно. Возвращаться мы не будем. Тогда заплатишь. Тогда возьмешь в номер своего питомца. Ой, как я напугалась. Ой, все, все. Ой, надо успокоиться. Так, как мы много времени потеряли на твоего питомца. Ой, уже темно, нас тогда уже не примут ни в какой отель. И так страшно. А мы еще посреди леса. Так, все спокойно, без паники, без паники. Я не паникую, вы видите, я вообще не паникую. У меня паники, я даже такого слова не знаю. Я учитель русского языка, у меня такого слова вообще. Я даже диктант делать не буду упоминать. Паника, 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 не паникуем, не паникуем, не паникуем. Ай, я врезалась. Учительница. Ау. Безумик, хватит привлекать к себе внимание. Безумик! О, нет, что он делает? Так, учительница должна у нас быть в машине. Так, сейчас мы закроем машину. Безумик, в машину! Как бы ты мой любимый питомец. Как ты пролезешь в машину? С другой стороны, переворот. Да. Может, с другой стороны? Да, вот тут местечко есть. Как раз для Безубика. Ой. Блин, тогда я сейчас из машины... Я не выпаду из машины. Все, 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 все. Фу. Волки, а мы посреди леса. Так, ученики, я выезжаю, и мы едем по трассе. Вообще никого нет, лишь луна и освещает нам путь. Мамочки, мамочки. Ой, как страшно. Вам страшно, скажите, детки? Нет, нам весело, мы веселимся. Луна и волки воют. Так вам весело? Да шутите, да шучим. Это, короче, шутка. Это такое просто выражение. До ближайшего поселка примерно где-то 100 километров. О, надо добираться где-то 2 часа или больше. Бензина еще мало осталось, но я думаю, я посмотрела, там мы дотянем. Не бойтесь, девочки, главное идти. Ехать не так уж и быстро, но быстро. А, чемодан упал, сейчас я чемоданом разберусь. Сейчас мы его... Все хорошо будет сейчас, девочки. Вы же не волнуйтесь? Я тоже не волнуюсь. Сейчас мы нацепим этот рюкзак. Все, рюкзак, едем. Ой, как страшно-то. Ой, мамочки.
почему мы остановились? Бензин кончился. Что? Так, девочки, сохраняем спокойствие. У нас очень защитные... Ну, не совсем защитная машина, но у нас есть рарити. В смысле рарити? А что я должна сделать? Ты наколдуешь, и мы сейчас все окажемся в отеле. Ты же можешь это сделать? Я плохо знаю магию. Нет! Нет, это плохо, это ужасно. Но я могу обезопасить нашу машину. Он хоть что-то сделает. Все, машина обезопасена. Ну, короче, безопасность вообще. Безумик. О, ты дракон. Что, надеешься, к тебе другой дракон выйдет, да? Девочки, сохраняем спокойствие. Видите, я же вообще не волнуюсь. Безумик, чего ты добиваешься? Сейчас придет дракон и нас всех съест. И это будет очень весело. Безумик, правда, скажи, чего ты добиваешься? Так еще и я виновата, да? Ну, вообще. Ладно, делай, что хочешь. Кто-то выходит из леса. Кто-то какой-то дракон выходит из леса. Он нас съест. Спокойствие. Спокойствие. Главное, спокойствие. А я вообще не нервничаю. Подписывайся на мой канал, ставь лайки. И как ты думаешь, кто выйдет? Продолжение следует.